Музыка – довольно эмоциональное явление, не находите? Хороший музыкальный трек действует лучше любого наркотика, улучшает настроение, помогает хорошо отдохнуть, даже продуктивно поработать. Но что делать, если вы хотите послушать музыку в одиночку, например, на работе, дома или на улице? Это уже вопрос. Вам нужны наушники, но не простые, а отличные. Сегодня мы поговорим о наушниках Spirit One от всем известной компании Focal. В большинстве случаев о комплектации наушников молчат, но не в случае с Focal. В первую очередь, Focal Spirit One предназначены для использования с мобильными устройствами, но несмотря на это, у них большой потенциал. Комплект Focal Spirit One довольно внушительный. Придачу к наушникам вы получите жесткий и мягкий чехлы для транспортировки наушников, два сменных кабеля, стандартный и с пультом для iPhone. К сожалению, с моим Meizu он не работает. Переходник с маленького на большой и адаптер для использования в самолете. Наушники выглядят довольно интересно и имеют индивидуальный дизайн. Сами они выпускаются в двух цветовых решениях – черном и белом, как в нашем варианте. Основным материалом являются пластик и металлические вставки. Комплектные кабеля имеют тканевую оплетку и практически не запутывается. Еще одним преимуществом является то, что переходник не просто вставляется, а закручивается. В качестве соединения с наушниками используется стандартный мини-джек 3,5 мм. Так что, если с вашим проводом что-то и случится, сможете найти им замену. Впрочем, как и всему остальному. Пассивная шумоизоляция довольно хорошая, на уровне выше среднего. Слушая разную музыку, Focal Spirit One показывает очень хороший результат. Приятные басы, интересные низкие частоты, а вокал просто потрясающе живой. Эти наушники хочется слушать еще и еще. Да уж, фирма, история, стиль. Focal — это простые формы и качественное содержание, но даже здесь есть к чему придраться. Хоть пластик и белый, но на нем все равно остаются следы. Сами амбрашюры маленькие, не всем будет удобно. Перед покупкой обязательно померяйте. Для меня самым большим неудобством стало то, что наушники очень сильно жмут. После часа прослушивания их просто захотелось немедленно снять. Поэтому решайте сами, думайте также сами. Но качество звука претензий абсолютно никаких нет.